Играю с гроссмейстером. Сыграю против него дебют Ларсена. Попробую в такую установку перейти. Мой план это провести здесь сразу d4, чтобы попытаться сбить центр. И слон d6 может оказаться не удел. Но тем не менее этот вариант играют часто. Слона будут вводить, скорее всего, через b7. Но я попробую оживить моего слона b2, чтобы он контролировал важный поля в центре и при случае смотрел на королевский фланг. Потому что туда может последовать рокировка. Ну вот соперник сразу же хочет его разменять. Выглядит логично вполне. Ну а мне останется только закончить развитие. Потом уже найти какой-то план. То есть первое, что я хочу сделать, это попробовать форпост d5 взять под контроль. Соперник это мне тоже не позволяет, но с другой стороны он ослабил пункт d6, что может мне как-то помочь в будущем. Пока переведу ладью. Постоянно разменами меня преследуют. Ладно, сыграю ферзь e2. Думаю, ферзь на f3 будет посимпатичнее смотреться, чем на c2. Ну и пора уже сдваиваться, наверное, да, попытаться до пешки d6 добраться. Если он сам не хочет меняться, тогда заставим его это сделать. Так, ну можно взять, и линия d будет под моим контролем. Можно поискать что-то посерьезнее здесь. Конь e4 какой-то ход, ну там на h2. Проиграю ферзя. Это я делать точно не могу сейчас. Так, будем искать что-то другое. Е4 есть ход. Не знаю, правда, что он мне даст. Похоже, позицию больше не усилишь. Придется размениваться. И потом залазить ладью на d6. Такой вот ход. И, кстати, на конь e8 у меня есть ответ c5. Красивое продолжение, нельзя брать. Но вот насколько оно будет толковым, пока неизвестно. Потому что может быть ход ферзь а5, например. Подвисает пешка c5 и а2. И конь тоже. Отводить ладью как-то тоже не хочется. Не для того я туда ее ставил. Конь e4 просто заберет. Ладно, c5. Поинтереснее поиграем. Все-таки нашел на ферзь a5 ход конь e4. Какая-то инициатива может быть на королевском фланге. Может получится как-то подкрутить позицию. Времени меньше заметно. b6, там, в принципе, b4 есть. Вот, он все-таки ферзь a5 выбирает. Ладно, сыграем сюда. Посмотрим, будет он брать пешку или нет. Сразу бьет ладью. Чем брать тут лучше? Брать ли вообще? Cd, ладья e6. Ничего особенного у меня здесь нет. Ферзь f6, если сыграть. Или вообще ладьей взять. Ну ладно, ферзь f6 пока. Совсем мало времени остается. Ладно, заберу ладьей. Чтобы ладьей e6 не получить. А4 теперь. Вроде позиция может быть перспективной, но ничего конкретного не вижу здесь. Вижу лишь то, что скоро упадет мой флаг. Надо ускоряться. Конь f6 гражу. Шах.
Снова конь f6 есть угроза. Ферзь d5 хода тоже нет. Еще и конь d6. Конь d6. Хочу съесть на f7. Что будет он делать? На ферзь d5, конь e8. Наверное, заберет пешку. Так, ладно, забрал. Вечный шаг, что ли, хочет поставить? Не, это мы ему вряд ли дадим. Так, шахи постоянные преследуют. Ну все, теперь-то уже победа точно, никуда от меня не денется. Тебе-то повезло, наверное, неудачно защищался соперник. Я думаю, что вот в этой позиции он мог найти более приемлемую защиту. Ладья e8, а4. Может быть, здесь ферзь b4 ход просто сделать. Я не видел, если честно, как мне дальше развивать инициативу здесь. То есть после ферзь b4 еще оказывается, что конь e4 под боем, пешка b3, как играть непонятно. Может быть как-то f3, g4, но эта атака выглядит сомнительной.